Друзья, всем доброго бодрого. Готовим очень вкусное блюдо, которое можно приготовить как на природе, так и дома. Сохраняйте рецепт. Куриное филе нарезаем средними кубиками. Нарезаем овощи. Это грибы, болгарский перец, помидоры, если маленькие, их нарезать не надо. Все закидываем в миску, добавляем подсолнечное масло и перемешиваем. Если у вас дома есть такие палочки, то овощи надевайте просто на палочки. Если нет, то просто закидывайте на противень. Еще для соуса нам понадобится запечь баклажаны. Убираем все в духовку, 200 градусов, 40 минут. А пока обжариваем куриное филе на сливочном масле до золотисто-румяной корочки. Добавляем паприку, солим и еще немного обжариваем. А пока приготовим вкусный соус. С баклажан снимаем кожицу, мелко рубим, закидываем в миску, добавляем сметану, выдавливаем чеснок, немного соли, хорошо перемешиваем и перекладываем на тарелку. Выкладываем овощи и прям сверху добавляем обжаренную курочку. Потом все можно завернуть в лаваш и кушать прям так. Всем приятного аппетита!